ТВ Экстра представляет. Добрый вечер. Это программа «Час метафизики» с Долорес Кэннон. Сегодня я хотела бы рассказать о моих книгах про Иисуса Христа. Это книги Иисуса Иессеи, и они шли с Иисусом. Книги впервые были опубликованы в 90-е годы в Англии. Сейчас обе книги переведены на разные языки и продаются по всему миру. Людям нравятся эти книги, и во время моих путешествий в разные страны меня просят прочитать лекции и рассказать им. Говорят, что они стали классикой, потому что в обеих книгах содержится недостающая информация о жизни Иисуса Христа, та часть, которой нет в Библии. Я уверена, вы все понимаете, что в Библии рассказана не вся история, многое изменено, а много информации не дошло до нашего времени. Многие истории, которые я рассказываю в своих книгах, очень красивые. Это история о чудесах. Это истории, которых нет в Библии, но которые, как я считаю, должны быть там, потому что они показывают Иисуса таким, каким Он был на самом деле, каким Он был человеком. Церковь упускает эту часть Его жизни и Его истории. Вам известно, что я получаю информацию от своих клиентов во время сеансов регрессии в прошлой жизни. Впервые информация для книги Иисуса Иессеи поступила еще 20 лет назад от молодой девушки, которой тогда было чуть больше 20. Она просто пришла узнать о своей прошлой жизни. И когда она погрузилась в транс, то оказалось, что через нее можно получить очень много информации, поскольку она погружалась на самый глубокий, сомнамбулический уровень транса. На этом уровне меняется личность человека. Он становится тем, кем был в одной из прошлых жизней. Эта жизнь растворяется, и человек не имеет представления о тех вещах, которые существуют в этой жизни, но которых не было в прежней. Они обретают совершенно другую личность, а эта жизнь для них больше не существует. Я называю свою работу «Путешествие во времени». Клиент мчится по временным тоннелям и попадает в другое время жизни своей души. Это очень похоже на путешествие во времени. Я считаю себя репортером и люблю задавать вопросы. Когда клиент оказывается в другом времени, он может рассказать много подробностей и интересных историй от первого лица, поскольку является очевидцем тех событий. Так я получаю информацию, которая не была доступна ранее. Именно поэтому я называю себя репортером, искателем утерянных знаний. Для меня очень важно добывать забытую или утерянную информацию и возвращать ее миру. После того, как человек побывал в состоянии глубокого сомнамбулического транса, он просыпается и ничего не помнит о том, что он был в этом состоянии. Клиенты часто мне говорят: «Ну вот, ничего не получилось, я ничего не увидел и не узнал». А затем я даю им двухчасовую аудиозапись. Воспоминания отсутствуют, потому что эта жизнь была просто выключена. Та молодая женщина пришла ко мне на сеанс просто из любопытства. Ей хотелось узнать, была ли у нее другая жизнь. Я провела ее почти через 30 прошлых жизней. Мы перемещались все дальше и дальше назад во времени. Я получила большой объем информации от этой девушки, потому что она становилась новой личностью, которой она была в каждой из просматриваемых жизней. Она жила в разных культурах, в разных цивилизациях и могла рассказать много о каждом периоде времени. Я набрала материал для двух книг и могла написать еще. Но мне приходится работать в разных направлениях, изучать и другие темы. Итак, мы перемещались назад во времени, и она оказалась в той жизни, где была одним из ессеев, жившим во времена Иисуса. Многие не знают, кто такие ессеи. Начиная с 1947 года, в пещерах Кумрана, в пещерах иудейской пустыни и в Масаде были обнаружены кумранские рукописи или свитки Мертвого моря. Свитки, найденные в Кумране, имеют огромное историческое и религиозное значение.
Исследование рукописи подтвердило, что по крайней мере некоторые из них были написаны именно в Кумранской общине. Эти рукописи называют величайшим открытием человечества, потому что в них содержится вся история, описанная в Библии. Это оригиналы всех книг Библии, за исключением одной или двух. В этих рукописях также описана история Есеев, общины, жившей на территории Кумрана. Именно они переписывали и хранили эти рукописи. Так вот, эти рукописи и манускрипты исчезли буквально через несколько лет после того, как были найдены. Как я узнала, теологи были против того, чтобы сведения, содержащиеся в рукописях, стали доступны людям. Даже царь Ирод боялся этих людей. Многие знания перешли к ним от атлантов, так как среди них многие были потомками выживших атлантов. Они хранили и передавали эти знания из поколения в поколение, переписывали рукописи и манускрипты. А позже спрятали их в пещерах, когда пришли римляне и разрушили Иерусалим и всю территорию рядом. Большая часть Есеев погибла, кого-то убили, а многие покончили жизнь самоубийством, потому что не хотели раскрывать информацию и делиться тайными знаниями с римлянами. Это что касается свитков Мертвого моря и их связи с Есеями. Но когда в 50-е годы прошлого века эти свитки были найдены и их начали переводить, то среди ученых оказались и теологи. Они приняли решение снова похоронить эти свитки вместе со знаниями, которые в них содержатся, потому что не имели представления о том, как объяснить верующим людям то, что там написано, поскольку информация расходилась с той, что написано в Библии. Они решили, что разумнее будет, если их обнаружат и раскроют следующие поколения. Я уже как-то говорила в одной из программ, что понятие реинкарнация имелось в каждой религии мира, в том числе и в раннем христианстве. Реинкарнация была основной или базовой концепцией религии. И после смерти Христа, спустя много-много лет, состоялся совет, на котором обсуждали, что будет написано в Библии. На совете решили объединить в Библии все записи, свитки, истории, все, что смогли найти, а также удалить всю информацию, касающуюся перерождения и реинкарнации. В Библию не вошло много историй, рассказывающих о жизни Иисуса. Фактически эти люди решили, что написать в Библии и сказать, что так говорил сам Иисус. Люди считают, что Библия была написана руками Бога, но это не так. Библия была написана людьми. На Пятом Совете, в V веке позже, когда Библия была полностью скомпонована, начали всплывать истории, которые, по мнению людей, должны были быть записаны в Библии. Но этого не случилось. Им сказали, что Библия уже написана, и ничего сделать нельзя. Информация, которая стала мне доступна в результате моей работы, относится к временам далеким от тех, когда была написана Библия. Девушке, через которую я получила эту информацию, было чуть больше 20. После колледжа она сразу пошла в армию. У нее не было высшего образования, и она никогда не бывала в других странах. Она рассказывала невероятные вещи, такие, что даже антропологи вряд ли бы могли знать. После того, как я провела все сеансы с девушкой и собрала всю информацию для книги, то решила поговорить с раввинами, так как эта информация затрагивала культурные, исторические и религиозные аспекты бытия. Когда я начала задавать вопросы, один из раввинов спросил, откуда мне известно то, о чем говорить не положено. Это является доказательством того, что ни я, ни девушка ничего не придумали, а получили утерянные когда-то знания. Она могла говорить и писать на арамейском. Мы обнаружили знания, которые были утеряны 2000 лет назад. В той жизни она была мужчиной, учителем Торы. Тора – это книга законов. После сеансов с этой девушкой я стала более эрудированной, поскольку прежде я ничего не знала об иудеях и их религии. Когда я написала книги про Иисуса,
то вопросы, которые я задавала знающим людям, могли им казаться наивными, но у меня не было никаких справочных сведений по этой теме. Никаких исследований я не проводила, пока не получала нужную мне информацию по какой-то теме через сеансы регресса. Только после этого, когда вся информация собрана, лишь тогда я начинаю изучать предмет. Если делать наоборот, то полученная от клиентов информация может быть искажена знаниями из книг и справочников. То есть сначала я пишу книгу, затем провожу исследования по теме. Итак, она была учителем Есеем, знатоком Торы, первой из книг Библии, связанной с законом Моисея. И самое удивительное было то, что она была учителем в Кумране в тот период, когда Иисус и Иоанн Креститель были там учениками. То есть она преподавала закон Иисусу Христу и Иоанну Крестителю. В эту школу принимали только определенных людей, потому что, как я уже говорила, там обучали тайным знаниям. Разные учителя преподавали разные предметы – математику, астрологию, астрономию и многие предметы, которые вы только можете себе представить. Она преподавала Тору. Иисус и Иоанн Креститель начали обучаться в этой школе, будучи еще детьми. Они должны были изучать все предметы, и она сказала, что Иисус обладал способностью легко усваивать информацию и постигал все знания быстрее и лучше остальных. Многие студенты фокусировались главным образом на одном основном предмете в течение 5 лет. Мне бы хотелось рассказать вам одну из историй про Вифлеемскую звезду. Это был один из самых чудесных и запоминающихся сеансов. Я могла почувствовать благоговение и трепет того человека, которым была девушка, и который являлся свидетелем того прекрасного явления, которое мы называем «Вифлеемская звезда». Я не отправляла ее в то событие специально. Я просто сказала переместиться в один из важных дней в той жизни. Мужчина стоял на скале за пределами Кумрана и смотрел на звездное небо. С ним были и другие есеи. Они знали, что это будет очень важная ночь. Ночь, когда на землю придет Мессия. Астрология была очень хорошо изучена в общине есеев, и они рассчитали дату рождения Иисуса. Мужчина, которого мы назвали Сади, сказал, что согласно одной из легенд, рассказанных ему отцом, в ночь рождения Мессии 4 сойдутся. Он имел в виду, что в одной точке сойдутся 4 звезды из разных частей неба. Эти 4 звезды соединятся в одной точке. Они смотрели на небо и видели, как звезды сначала образовали круг, а затем слились в один яркий, красивый свет. Она увидела, как из этого света в сторону Земли спустился луч и сказала, «Из этого света он рождается». Эти люди находились недалеко от Вифлеема и знали, что именно там родится Иисус. Мы выяснили, что сегодняшний Вифлеем не является настоящим местом рождения Христа. Никто не знает, где точно было это место в те времена. Никто не знает, где находился настоящий Вифлеем. Нынешний Вифлеем был выбран для того, чтобы обозначить место рождения Иисуса. Но это не настоящее место. Когда они наблюдали это явление, вокруг была необычайно мощная энергия. Воздух вибрировал. Это было самое восхитительное событие в жизни того человека. Это было понятно из волнения, звучащего в ее голосе, и эмоций, которые она описывала. Мне кажется, что это не были обычные звезды. Я думаю, люди, писавшие Библию, описали это явление так, как могли, самым лучшим образом. Но это не было похоже на обычные звезды. Сади сказал, что свет с неба был виден не только ночью, но и днем. Он оставался на небе больше месяца, а затем исчез. Они знали про Нову и взрывающиеся звезды и говорили, что это не было рождение новой звезды на небе.
не было никакого объяснения этому явлению. Некоторые думают, что это был парад звезд. Я провела исследование и узнала, что в тот период, когда, как мы полагаем, родился Иисус Христос, на небе было два парада планет. Но когда мы говорим о параде планет, то имеем в виду, что три звезды или планеты должны оказаться на одной линии, в одной позиции, в одно время. Затем они расходятся. Но в тот момент сошлись четыре звезды и образовали свет, который осветил небо как днем. По моему мнению, это не были обычные четыре звезды. Но в книге я оставила решение на ваше усмотрение. Очень похоже, что здесь были задействованы неопознанные летающие объекты. Это вполне возможно, потому что в одной из своих книг я рассказываю о людях, которые наблюдали, как из НЛО спускались существа, похожие на ангелов и посланников, которые пришли передать людям сообщение. В своей книге «Звездное наследие» я рассказываю историю, когда люди, жившие в пустыне, видели, как НЛО приземлился в том месте, где они стояли. И так случалось довольно часто. Это были светящиеся существа, они стояли на дисках, чтобы не касаться земли. Они не могли касаться земли, а просто скользили над поверхностью. И в той истории эти существа сообщили людям о рождении Мессии. Очень часто мои клиенты, попадая в свои прошлые жизни, в те библейские времена, рассказывают о том, что существа из НЛО приходили к ним как ангелы и посланники. Так что все возможно. Но представляю вам право самим решать, были ли те четыре звезды НЛО, сошедшиеся в одной точке или нет. Но мне кажется, что это именно так. И когда Иисус был учеником в Кумране, к Есеям прилетал космический корабль, и существа из него были очень довольны тем, как Есеи хранят и передают древние знания. А это значит, что Иисус видел этих существ и общался с ними. То есть в то время это считалось нормальным. Многое из того, о чем я рассказываю, сложно для понимания. Но я включила эти истории в книгу «Иисус и Исии», чтобы читатели понимали, что такие вещи были обычным делом. После того, как Вифлеемская звезда появилась на небе, она оставалась там больше месяца. И девушка рассказывала про волхвов. Волхвы были астрологами. В Библии их называют мудрецами, но они были астрологами. И, конечно же, они знали, так же, как и Исеи, дату прихода Мессии. И она рассказала, что каждый из мудрецов или волхвов следовал за одной из звезд, шли из разных частей страны. Они должны были встретиться в той точке, где сойдутся вместе. Нам известно про трех. Но должно было быть четыре волхва. Каждый шел за светом звезды. Сейчас в некоторых ТВ-программах говорят о том, что, возможно, их все-таки было четверо. Из того, что мне рассказал Сади о временах Есеев, они знали, что будет четыре волхва. Но четвертый так и не пришел на место встречи, туда, где собрались трое, и никто не знал, что с ним случилось. Три мудреца отправились к месту рождения младенца, так как не знали, куда им нужно следовать дальше. Эта часть библейской истории правдива, как и та, что рассказывает об убийствах младенцев. В Библии много правдивых историй. Но мне бы хотелось передать вам версию Сади, его мнение по поводу Вифлеемской звезды, поскольку это все еще остается загадкой. Когда я только начала собирать историю про Иисуса по частям, то была уверена, что позже смогу свериться с Библией. Я думала, что мне просто нужно будет прочесть Библию, и я найду недостающие ответы. Но я ошибалась. Я не нашла ответы даже на половину вопросов. Позже я обнаружила очень старую книгу, которая называется «Проповедь эры Водолея». И благодаря этой книге я смогла заполнить многие пробелы и получить недостающую информацию для своих книг. Информацию,
которая, по моему мнению, должна была содержаться в Библии. Когда Мария и Иосиф направлялись в Египет, им приходилось спасаться от солдат, которые повсюду искали младенцев, чтобы убить их. Иисус и Мария были ессеями, и они обучались в Кумране. Поэтому, когда пришло время скрываться, первым делом по дороге в Египет они остановились в Кумране. Именно тогда Сади увидел младенца Иисуса в первый раз. Сади сказал, что это был младенец, каких он никогда не видел прежде. Он был таким тихим, никогда не плакал. У него были чудесные глаза, которые смотрели далеко за пределы этого мира. Сади находился под большим впечатлением, но он даже не мог себе представить, что через несколько лет станет учителем этого младенца. Иисус был рыжеволосым, голубоглазым мальчиком. У Иоанна Крестителя волосы были огненно-рыжие и тоже голубые глаза. Это совсем не похоже на те изображения, которые мы видим повсюду. Люди спрашивают, как это возможно, ведь в той части мира люди темноволосые. Оказывается, во времена Иисуса Христа в той части мира было много светловолосых и рыжеволосых людей. Темный цвет кожи и волос появился много поколений спустя, когда они стали вступать в брак с людьми с юга, из Африки. Сейчас там иногда встречаются люди с рыжими и светлыми волосами и голубыми глазами. И там знают, что это идет с давних времен, когда таких людей было много. Сади рассказал, что оба мальчика были рыжеволосыми, но волосы Иоанна Крестителя были огненно-рыжими, и это очень соответствовало его натуре. Он был более открытым и общительным. Иисус был тихим и спокойным, и когда он смотрел на тебя своими чудесными глазами, то было понятно, что он знает так много. И на одном из сеансов Сади сказал, «Как я могу учить того, кто знает больше меня?» Он сказал, что Иисус принес принципы закона, которому Сади должен был их учить. Он также сказал, что Иисус мог трактовать этот закон так, как никто не делал этого прежде. Это была более справедливая интерпретация закона, более точная и правильная. Поэтому Сади не понимал, как он может учить Иисуса. Иисус оставался учеником Сади и жил в Кумране, пока ему не исполнилось 13 лет. К этому времени он получил все знания, которыми владели ессеи. И среди этих знаний было и то, как лечить и исцелять людей. А последнее знание, которому обучали ессеи после того, как все предметы были изучены, было то, как воскрешать мертвых. Церковь не считает нужным говорить об этом. Многие думают, что Иисус Христос вернулся из пустыни со всеми этими знаниями и начал исцелять и лечить людей, и никогда ни у кого этому не учился. В Библии отсутствует информация о годах жизни Иисуса, и нет никакого объяснения, почему. Но я нашла сведения о том, где он был в эти годы и чем занимался. У него был дядя Иосиф. В Библии он упоминается вскользь, как один богатый человек, который предоставил склеп, чтобы похоронить тело Христа после того, как он был распят. Это единственный раз, когда Иосиф из Арматеи упоминается в Библии. На самом деле, он был очень важным человеком в то время. Он был дядей Иисуса, родственником со стороны матери. Иосиф из Арматеи был одним из самых богатых и уважаемых людей в мире. Он владел целым парком кораблей. Его состояние можно приравнять к состоянию Рокфеллеров в наше время. Он был так богат, что даже римляне уважали и боялись его. Он брал с собой Иисуса в путешествие, а когда он был еще молод, то и Мария путешествовала с ними. Иосиф брал с собой Иисуса для того, чтобы тот учился у самых мудрых учителей, живущих в разных частях света. И он так быстро впитывал новые знания, то есть он получал знания не только от ессеев, но и от других мудрых людей в Индии, в Китае. В Англии его учителями были люди, называемые друидами. Эти люди были близкими друзьями Иосифа из Арматеи. В то время, недалеко от Гластонбери, был университет,
один из самых крупных университетов того времени, с лучшими преподавателями, где изучали всевозможные науки. Позже римляне пытались ввести в заблуждение людей, рассказывая о том, что друиды были варварами и проводили ритуал жертвоприношения, что было абсолютной ложью. Это были хорошо образованные люди, такие же, как и Иессеи. Они обладали огромными знаниями. К ним стремились люди со всех концов света, чтобы у них учиться. У них были филиалы за пределами Гластонбери. Итак, Иисус учился также и у друидов. От них он получил большой объем информации. Сегодня вечером у меня не получится рассказать всю историю целиком, но я проводила исследования, прочла много книг на эту тему и обнаружила, что самая первая христианская церковь была построена в Гластонбери. И люди об этом не знают. Здание было построено еще при жизни Иисуса, когда он путешествовал туда и обратно. А через 10 лет после его распятия Иосиф и Мария вернулись и организовали в нем первую церковь. Тогда они не называли это церковью. В те времена учение Христа называли путь. И никто не предполагал, что будет один человек, стоящий во главе церкви. Собрания, которые проводил Иисус, были просто встречами. Так же, как люди встречаются друг у друга дома, разговаривают, слушают и обсуждают. Им разрешалось говорить и рассказывать о том, чему они научились, что узнали. И никто не вел такие собрания. Люди просто выступали, читали лекции о медитации, об исцелении. И такой должна была стать церковь, если хотите ее так называть. Иисус не хотел, чтобы это была структурированная система, а просто способ обмена информацией и знаниями. Он рассказывал, как лечить, как исцелять, как медитировать и как использовать силу разума. Такой должна была стать церковь. Иисус никогда не хотел, чтобы ему поклонялись. Об этом не было и речи. Он лишь хотел передать каждому свои знания. Когда Иисус вернулся в Кумран из очередного путешествия в Гластонбери и Садис снова увидел его, то Иисусу было уже около 20 лет. И Садис сказал, что к этому времени Иисус уже начал формировать свою философию. И это была философия, не похожая ни на какие другие, которые он когда-либо слышал. Философия раввинов и иудеев того времени была основана на страхе. Философия Иисуса Христа – это философия любви. Он говорил, что там, где есть любовь, там не будет зла и жестокости. Иисус сказал Сади, что путешествуя по всему миру и обучаясь у разных учителей, он заметил, что все они, как бы это правильно сказать, благочестиво лицемерны и смотрят на своих студентов, на людей, которых они пытаются учить, свысока. Они произносят высокопарные речи, пользуются терминологией, сложной для понимания. И теперь, сказал Иисус Сади, я буду учить людей, общаясь с ними на языке, доступном для понимания. Я буду говорить с ними так, чтобы они поняли и услышали меня. В те времена образование было доступно только мальчикам. Девочкам полагалось знать, как вести хозяйство и воспитывать детей. Они ничего больше не знали и не умели. Мальчики изучали математику, чтение и письмо, а также Тору. Для того, чтобы изучать другие предметы, им необходимо было ехать в специальные школы, в места, подобные Кумрану. Но что интересно, и я забыла об этом упомянуть ранее, у Иисуса было больше последователей среди женщин, чем среди мужчин, потому что женщины были способны интуитивно понимать те метафизические вещи, которым он учил. Церковь старается скрыть от людей этот факт. Были женщины-апостолы. Одна из них – Мария Магдалина. На самом деле она была египетской жрицей и обладала большими знаниями в области метафизики и исцеления. И Иисусу нравилось находиться рядом с ней, потому что когда они говорили один на один, то она понимала все, о чем он рассказывал. Они много времени проводили вместе. Другим апостолам это не нравилось. Они завидовали ей. Особенно апостол Петр.
но она лучше других понимала концепции и теории Христа. Возвращаясь к теме, как я уже сказала, в то время большинство людей были неграмотными. И Иисус говорил: «Я буду говорить с людьми на языке им понятном, на языке природы. Я буду использовать объекты природы, чтобы объяснять им сложные вещи». Именно тогда возникла его идея говорить притчами, иносказательно. Сади сказал, что никто так раньше никогда не делал. В книге Иисуса Исаии есть много притч, которые отсутствуют в Библии. И многие из этих притч касаются реинкарнации и перерождения. То есть Иисус в это верил и этому учил. В книге есть еще одна чудесная история. Иисус долгое время отсутствовал, и Сади не имел возможности с ним общаться. В этот период Иисус начал проповедовать, и повсюду разлетались истории о чудесах, совершаемых им. Так вот, однажды Иисус читал проповедь в одной из синагог недалеко от Назарета. В синагогах всегда собиралось много людей. Они спорили, выступали с речами, дискутировали. Там всегда было очень шумно. Люди разговаривали на повышенных тонах, едва можно было слышать друг друга. Но когда говорил Иисус, его голос был так прекрасен, что все замолкали и замирали, чтобы услышать его речь. И не было оратора лучше него. Через такие истории мы можем увидеть настоящего Иисуса Христа, такого, каким он был на самом деле. Я также узнала, что он был очень одинок. Многие люди того времени не принимали его философию. Он чувствовал себя человеком из другого времени. В книге «Они шли с Иисусом» мы пошли дальше. Я проводила сеансы с двумя женщинами, которые были последователями Иисуса и находились рядом с ним, когда он отправился в деревню прокаженную. Он учил своих последователей тому, как исцелять людей. Он говорил: «Все, что я умею, вы тоже умеете. У каждого на ладони есть целительная точка». И он рисовал круг на ладони, показывая, что он имеет в виду. Женщины говорили, что когда Иисус лечил людей, из его ладони исходил свет. Но Иисус исцелял не каждого. Он смотрел на человека, и если видел, что болезнь – это часть его кармы, то он не мог ему помочь. Он следовал законам реинкарнации и мог лишь ослабить боль. Я могу очень много и долго говорить на эту тему, но за один час всего не расскажешь. Это прекрасно, что все эти истории стали доступны мне, а я, в свою очередь, могу рассказать их людям по всему миру. Сегодня я с вами прощаюсь.